Т-34 тогда возьмем. Не по-любому надо все танки откатывать сегодня. Я уже каждый день сажусь, откатываю танки тупо. Но я вряд ли сегодня прям все откатаю. Я еще вечером буду откатывать. Сегодня. Говорю, кстати, для тех, кто хочет все-таки как-нибудь меня со мной вживую поиграть или же пообщаться. Если вы хотите в танках тупо пообщаться, то тогда лучше если я, конечно, не отключил себе настройки ВКонтакте, можете через ВКонтакт мне позвонить, попробовать. Там хоть и показывают, типа, нужна вебка, нифига. Мне, говорит, через ВКонтакт звонил как-то в Новый год. Немножко подвыпивший. Нормально. В общем, это... Ник вы можете увидеть мой в танках. Он, блин, прям большими жирными буквами у меня показывается, блин. Вы, блин, это. Еще спрашиваете, какой у тебя ник в танках? Конечно, понимаю, если бы не показывалось, вот тогда спрашивать. Вот. Есть резон. Тем более, добавь меня ВКонтакте. Это не ВКонтакте, а в тангах, в друзья. Ё-моё. Если я вас также добавлю, вам это сообщение не придет нифига, блин, то, что я вас добавил. И то, что если вы меня добавите, мне сообщение не придет, то, что вы меня добавили в список контактов. Фактически, вы добавляете меня, чтобы видеть, когда я в танках, чтобы можно было меня пригласить во взвод, в принципе, только. Да. Ладно. Идем по теме. Блин, кое-что вспомнилось, когда я сказал, идем по теме. У меня это ассоциируется с интересной еще вещью. Но я вам не скажу, что это за вещь, потому что она для некоторых умная, для некоторых она дебильная, я вам скажу. Какая-то по секрету всему миру. Скажу-ка. Как это всегда. Человек говорит вроде бы своему другу, вот закадычному, который все не расскажет вроде бы. Потом где-то на следующий день же, или в этот же день, об этом знает уже чуть ли либо не вся деревня, либо не весь город. Да. Вот, например, это. Я начал проходить Half-Life 2. У меня, например, спросил друг это. Где его купить можно? Продается ли он в Стиме? Он поиграл, прошел, не знаю, понравилось не понравилось, но Half-Life такой, это такая достаточно старенькая игрушка 2004 года. Если не ошибаюсь, она даже до сих пор считается лучшим шутером с физическим движком. Потому что все эти Call of Duty, все эти Battlefield, какая графика в них не была, если физика хромает, то какая она хорошая не была, чем бы она ни отличалась, она будет полной фигнёй. Я вам откровенно заявляю. Потому что игра без физики, где, блин, например, та же коробка падает, либо падает как-то как-то не очень непонятно, либо же она вообще не падает, стоит на месте, и та же при выстреле в нее.
И даже не показывается то, что в ней есть дырка, но хотя бы какую-нибудь текстуру дырки бы присобачили, уже было бы более-менее так видно то, что вот я стрелял в коробку, например. Ух ты, ух ты, как я хорошо съехал. А то, блин, это... Выпендуются многие. А вот, блин, конфасы, например, там. Или же... Что еще? Вот, я помню, вот ковазы-то там лучше. Еще что-нибудь там лучше? Да нифига, блин. Например же в той же Call of Duty сюжет хромает, ё-моё, как еще? Блин, на 185 бы не откатал. Тот же может сюжет хромать, например, от Call of Duty Modern Warfare 2. Вот мне сюжет более-менее еще понравился. В мультиплеер я не играл, потому что у меня она пиратка. Хотя можно и на пиратке, я знаю, поиграть в мультиплеер, но как-то не довелось. Что еще? Что еще? Ну и говорят то, что вот... Вот этой игре не помешал бы графончик побольше, ё-моё. Игра, что с графоном, что без него? Мне, честно говоря, насрать. Игра с графоном, не с графоном. Мне главное, что буду я ощущать после того, как я поиграю в нее. Вот, например, после прохождения первого Half-Life, я вам скажу, у меня в мозгах была каша. Вот прям натуральная каша, потому что я просто, ну, не понимал, да? Причем тут... То, причем тут это, но после того, как я вспомнил, через что я прошел все во всех этих локациях, что говорили все персонажи, вот только после этого я понял то, что на чем завязывалось первый Half-Life и на что и в чем тут продолжение второго, то есть второе, в чем, в какая разница мне от первого и второго. И нифига не по графике. Многие скажут, вот со вторым Half-Life графончик получше. Да нифига. По сути, если так сказать, то во всех играх графика говно, блин, и движок тоже говно. Однако всем они нравятся. Вот опять же, сейчас будут многие выпендриваться то, что... А, вот это... Вот батла все равно лучше. Батла лучше или все тут. Да нифига. Если бы Battlefield был бы лучше, то тогда, наверное, бы все сейчас бы пристрелились, у кого нету Battlefield'а. А, например, поиграл в Battlefield, сравнил ее с Call of Duty. В общем, разницы никакой. Фактически карта большая и все. Мне Battlefield понравился только тем, что большая карта. Вот просто тупо большая карта. Бегаешь, стреляешь и можно еще там на транспортах погонять. А в Black Ops, например... Ух ты, так... А как? А где? Откуда? А, ну, Мардер. Я засел, скотня. Ну, могу сказать только одно. То, что, во-первых, если считать то, что все игры говно, а Battlefield или Call of Duty лучше всех, то это фактически подписать себе смертный приговор поклонников игр... поклонников игр инди игр типа того же
той же амнезии, той же чего? Той же игры, например, Infernal. Кстати, многие про нее не знают. Кстати, хорошая игра, я в нее играл. У меня до сих пор диск на пиратский диск. Ну, я раньше лицензии вообще не покупал, я покупал тупо. Ну, до того, как интернет у меня появился, я покупал тупо в основном пиратки, самые дешевенькие. И многие из них у меня тупо не запускались, потому что в некоторых не было программного обеспечения, приходилось диски возвращать, все такое. Сейчас фактически с интернета скачал, не запустилось. Скачал патч. Какие-то баги? Скачал патч. Или же там почитал, что сделать надо. Там, например, что прописать в каком-нибудь файлике. А в то время, когда интернет не было, вот ты именно надеешься то, что игра у тебя будет работать, не тормозить, все будет зашибись. То, что, ну ты где раньше в то время посмотришь, а? Блин, я что-то зашибись 185. Меня не, на меня даже не смотрит. Да, что-то это. Ушел от танков уже куда-то очень далеко уже. Даже чуть не про танки я говорю, а про что-то другое. Так что давайте вернемся на тему танков. И в это время, пока я болтал про Call of Duty, про Battlefield, всякие мы, в общем, что-то сделали интересное. А, честно говоря, сейчас бы я поехал бы на захват базы. Но у меня мало ХП. Фактически, мне ни с кем с кем угодно я встречусь сейчас. И мне это будет достаточно опасно. Если я не успею, либо же по мне не рикошетнут, либо же меня убьют не до конца. Вот, например, Мардера сейчас вижу. Он по плану должен на меня сводиться. Мне еще капец будет. Ну да. Вот в меня попал. Сейчас он успеет перезарядиться еще. Я говорю, что он успеет перезарядиться. О, ну, по крайней мере, я успел ему это немножко жизнь подпортить. И вот сейчас не факт, что мы еще победим. Да. На Т-34 поражение. Увы. Увы, ах. Увы, ах. Так, давайте-ка на алёве закатну. Бой. Вот сейчас показывается 214 человек, потому что я сейчас сижу, и у меня сколько часов? Ну, в общем, без 10:10. И людей, конечно же, мало, потому что, ну, многие спят, но многие еще там в что-нибудь другое играют, может быть. А вот уже ближе к обеду, вот где-то в обед, вот после обеда, или часов даже в 6 вечера, вот там очередь уже 2000 с чем-то человек, например, вчера было. И я, например, там ждал, доходило даже до 2 минут спокойно. Там было, по-моему, 500 ЛТМ, 600 СТМ, 1000 ТТ, остальное там ПТ и САУ. Блин, я сейчас как самый умный, блин, поехал. Ну, по крайней мере, с усиленными торсинами, так скажем.
по крайней мере, я езжу быстрее. Ну и Лео такой танк, по сути, он фактически, хоть он и ТТ, но он нифиг, он по сути своей почти СТ, тем, что, во-первых, его можно пробить куда угодно и почти что чем угодно, кроме башни. Вот он может башню высунуть, ее еще не факт, что пробьют, потому что башня у него самое бронированное место. Так, вот и с восьмой поехал. Блин, скрылся, зараза. Сейчас, может, назад еще вернется. Да. Зараза. Так, у них... А, что у них, что у нас есть Буратино и Свет. У нас уже 54-ку следа. Пипец. Потому что надо... И как мы, блин, как наши сейчас стоят. ТТ, блин, светит. ЛТ ни хрена ничего не делает. Вот, наконец-то ЛТ, блин, допер то, что надо ему светить, ё-моё. Молодец, я бы поаплодировал, если бы он меня слышал бы. А сейчас, глэп, я ему пинка под зад особого бы дал. Так, вон, вражеская ЛТ, блин, едет, надеюсь, это... Его успеют разобрать, да. Ух ты! Вот это пипец, лора тут. Опасно. Так, и с восьмой там прячется. Но мне тут уже... Малины никакой не будет, в принципе, так уж давайте немножко развернемся. И вот так будем стоять. Если что, чтоб стреляли в камень. Ни хера и не видно. Так, ладно, едем к ИСУ. К ИСУ 7, к Т-44. В общем, в ту сторону. Ой-ой-ой, как плохо поехал. Ой, как плохо поехал. Ой, как плохо поехал. Так, ну там объект даже виден был. Но я по нему не рискнул шмальнуть. Только из-за того, что, во-первых... Ну, попаду, не попаду, блин, еще не факт. Так, вон он объект. Так, ну вот сюда, в камешке, вот сюда, я вставать не буду. Потому что... Любая умная саушка допрет то, что надо шмалять туда. Больше никуда. Ой, господи. Так, тут никого нет. Вот надо вон туда ехать. Где сейчас объект ИКВ-4 стоят. Ну и хотя бы вот за этот камешек. Заехать, точнее, за эту скалу маленькую. И встать где-нибудь. Ух ты, если сейчас арта умная была, вот сюда посмотрел бы, пипец. Не, по-моему, арта должна уже туда пулять, где там КВ-4 все эти. КВ-4 объект. Потому что в основном все ТТ там встают. А все вражеские стоят как раз вот тут, где сейчас засвет пошел. Ой, фактически себе смертный приговор подписываю. То, что стало очень весело. Так, кстати, может еще затащим. Может выиграем, хотя вряд ли. Я помню, был... я был также на Леве. И был разгромный счет, 8-4, то есть наших слили восьмерых, а врагов слили всего лишь четырех.
Господи, как я на Лёве, ё-моё, пытался все это изменить. Это ни в сказке сказать, ни пером писать. Ну хотя, ну не пер, ну первый фраг в этом бою на Лёве. Так, окей. Смотрим, смотрим. Так, ну сейчас он там едут. Ой, вот меня напрягает Буратино. О, вот он, Буратино-то, ё-моё. Блин, а я Буратино не вижу ни хера. Он меня может видеть, кстати. Ой-ой-ой, вот это вообще опасно, я сейчас встал. Ай, выезжай, 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 давай, 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 давай. Во, молодец. Надо разворачиваться по возможности. Кстати, я хотел с Лазером погонять, но он уехал куда-то, блин. У него самого досада, то, что сейчас в танках X5. А у него танки еще, может быть, не откатанные. Хотя, не знаю, может, он кого не дал в свой аккаунт откатать. Танки-то хотя бы, не знаю, мне он не доверяет. Да, о, у них 10-й, 9-й, 8-й, 7-й, 7-й, у нас 8-й, 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 7-й, 7-й, 6-й, 6-й. Да. А, не-не-не-не-не. Твою мать, вот это. Вот это я осел. Ух. Ой, как я плохо. Ой, давай, чернись, 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 чернись. Чернись. Во! Так, только надо теперь ехать в город. Нет. Вот за этот камешек хотя бы спрятаться. Отлично. У них осталось только Т-28 прот. А вот он, кстати. Так, арта его разобрала. Я поеду, пожалуй, на вражескую базу. Попробую арта нахрен поубивать. Кстати, с обновлением 0.8.3 будет, во-первых, хотели добавить китайцев. Китайцев. О. Во-первых, хотят добавить китайцев. Во-вторых, арте уменьшить ХП очень так прилично. Не хватай арту, ищи. Весело. В общем, ослы решили остаться ослами. А КВ-4, КВ-4. Так, ну, может, я объект 212 еще убью. Ленин. Да. Правду, кстати, пишут, то, что олень, он и в Африке олень. Так. Так. Так, значит, смотрим. Она может, кстати, быть уже и в городе. Может быть, кстати, она там стоит. Но у меня времени проверить только вот сам город. А хотя я уже должен ее засветить был.
Ну давай, где же ты? Долбарта, ты где, блин? 100% где-нибудь. Вот тут. Если она умная и не хочет умирать. О, блин. Ну, все. Поздравляю, мы выиграли, блин. АКВ-4, дебил. Ну что, захватчика захотел он получить 100%. Осел, конечно. Великий и ужасный осел. Я косу смерти и бронебойщика получил. Плюс еще 26 косарей за чистыми. Чистыми. Вообще прекрасно. Так, а прошлый бой на чем у меня был? Поражение. Вообще хилили. Так.